Привет, у нас сегодня обзор набора декодера, значит, для замков Multilock и SEO. Инструмент, значит, под сам универсальный декодер, значит, продается уже с пружинным натяжителем в комплекте. В комплекте идет у нас две насадки для SEO R7, R6, также она подходит для SEO R6+. Правая и левая насадка для мультилоков, это для вот таких ключей Classic Pro, у них бывают еще сбоку пины идут, поэтому нужно использовать вот эти насадки. Эти замки бывают как правые, так и левые. Также мультилок 400 Pro и левая сторона. Это у нас SEO R6, это SEO R7. Я до этого тренировался, открывал. Кстати, очень-очень легко открываются эти замки. Импрессии, они работают, можно сказать, процентов на 60. Декодером очень легко их открывать, даже легче, чем мультилок. Ну и сам инструмент. Значит, внутренняя шкала. У нас мы работаем для мультилока 5-пинового, там, где пин в пине. Раз, два, три, четыре, пять. Внутри работаем по пятерке. Наружная шкала у нас для замков мультилок 7x7. Или Альба, Магнум, по-моему, еще, Ялы. В общем, многие аналоги 7x7. Мы работаем наружной шкалой или 6-пиновые замки. Вот такой, значит, наборчик. В комплекте есть запасная рукоятка. Ее можно сразу поставить, иголку для SEO, чтобы для удобства, чтобы иголки туда-сюда не гонять. Вставили SEO, надо SEO, вставили насадку. И ручку уже с иголкой работаете. Запасные иголки, правый, левый и для SEO. Вот такой наборчик. Всем вам будет интересна цена. Контакты и ссылка будут в описании к видео. Цена будет указана на сайте. Цену в комментариях мы не пишем. Всем, кому интересно, будет контакты, WhatsApp, Viber, пишите туда. Там мы вам напишем цену и расскажем все условия покупки. Сейчас я покажу на примере мультилока классика, как вот все это работает, плюс-минус. Так, вставляем. Можно работать пружинным натяжителем, примерно на троечку ставится. Я буду работать обычным, по старинке. И вставили, делаем небольшую нагрузку и начинаем искать зажатые пины. Если в процессе открытия у нас ничего не происходит, скорее всего, можно ошибочно передавить какой-то пин, и комбинация не выставляется. Поэтому пробовали, если ничего не происходит, скидываем, начинаем заново. Сейчас мы работаем по внутренней шкале, ищем зажатые пины. Иногда получается их очень быстро открывать, иногда приходится повозиться. Вот, замок немножко сейчас просел. Теперь нам остается просто пройтись, добить внутренние пины. И замок делает оборот. Всем пока.